Настоящие чемпионы не сражаются с другими людьми. Настоящие чемпионы те, кто сражаются с атакующими элементами своей жизни. Например, ты и твое тело в постоянной битве с инфекциями. Всегда кто-то покушается и пытается выбить тебя из жизненного баланса. У нас с вами достаточно борьбы, войны на всех фронтах, касающихся нас. Мы должны превзойти все атакующее нас, чтобы жить. Мы движемся, мы побеждаем.